Добрый день, дорогие друзья, с вами на связи Безумный Донатер Апо. Сегодня в этом ролике мы с вами будем донатить на эпик набор Башни Темной Королевы. До ухода Смертельной Башни Темной Королевы у нас остаются считанные дни. Я решил начать себе качать эпики из разных башен за донат. Начнем это с Башни Темной Королевы и... Давайте посмотрим на мои эпики. Проклятый кнут у меня 5-го слияния, дерзкий наряд злой сестры 2-го, последняя затяжка звезды рестлинга без слияния и искатель душ тоже без слияния. Сегодня будем открывать 10 наборов эпик из Башни Темной Королевы за донат. И в конце пройдем с вами сотый бой Смертельной Башни Темной Королевы последний раз. Устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. Спонсором моего канала является магазин игровой валюты The Apoimco Shop, где вы можете приобрести все услуги для игры Mortal Kombat Mobile, начиная от душ по самым низким ценам среди конкурентов для платформы Android и iOS. Привязка к консоли, покупка боевого пропуска, покупка всех донатных наборов со скидкой для платформы Android и многое другое. Реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка в описании. Поехали, покупаем первый набор. Итак, это у нас проклятый кнут, становится 6-го слияния. Я думаю, в первую очередь как раз таки вкачаем проклятый кнут до 10-го слияния. Но, смотрите, последняя затяжка звезды рестлинга у меня становится 2-го слияния. Это, конечно, очень хорошо. Как раз таки я покупаю эти наборы, чтобы вкачать последнюю затяжку звезды рестлинга до 10-го слияния. Как статистика показывает, самый лучший эпик среди всех в Башне Темной Королевы – это последняя затяжка. И как раз таки достаем еще один раз. Со второго набора становится 3-го слияния. Это очень хорошо. Далее достаем Искатель Душ. 2 слияния сразу. Конечно, очень хороший эпик. Мне очень нравится, когда первый раз я только... увидел Башню Темной Королевы, когда первый раз добавили в игру. Я тогда играл за Нуба Сайбота, то есть моим мейн персонажем был Нуб Сайбот. И я думаю, идеально подходит для Нуба Сайбота Искатель Душ. И не только, конечно, тут еще и вампиризм идет, и оглушение. Далее достаем со третьего набора тоже проклятый кнут, становится 7-го. И достаем дерзкий наряд злой сестры, у меня становится 4-го слияния. Очень хорошо, но наша цель, как я сказал ранее, это побольше достать, попытаться последнюю затяжку звезды рестлинга. Ребят, извиняюсь, если я сбился со счету, я могу сбиться. Тут нелегко и комментировать, и открывать. Поэтому давайте не будем просто ждать. Еще один раз достаем последнюю затяжку. Уже мне становится 5-го. И достаем дерзкий наряд злой сестры. Становится 5-го. Очень даже неплохо. Я думаю, мне очень везет, потому что... О, кстати, 2 раза достали сразу. Я даже не заметил. Как лично по мне, достать именно затяжку это нелегко. Бывают такие эпики из разных башен. Например, в башне Сирайрю. Этот эпик был, это низкие браслеты, их достать было очень трудно, но я видел, как МК-тренер их достал и без проблем вкачал до 10-го слияния. Я думаю, ему повезло, также и сейчас мне тоже везет, я почти с второго набора, каждый второй набор у меня есть последняя затяжка звезды рестлинга. Это очень радует, конечно. И с этого набора дерзкий наряд, искатель душ и проклятый кнут. У меня уже проклятый кнут 8-го слияния. Но мы идем дальше. Ну так, еще один набор и проклятый кнут у меня становится 10-го слияния, ребят. Не знаю, радоваться или нет. Наверное, хорошо подойдет для ящерицы Джейд. Она тоже... при завершающих комбо-ударах использует
проклятием. Я думаю, очень даже хорошо подойдет для Джейд-ящерицы. Далее, достаем еще один раз последнюю затяжку звезды рейтинга. Уже у меня 6-го слияния. Это очень радует. Покупаем еще один набор. Итак, смотрим, что же внутри. У нас остается немного наборов. Вот, видите, это бывает очень обидно, когда вы вкачали какой-то эпик до 10-го слияния, потом еще покупаете эпик набор и оттуда достаете 2 раза, 3 раза. Бывает такое, что тот же эпик, который бы вы вкачали до 10-го слияния, бывает обидно. Ну, конечно, приятно, что хотя бы за продажу души дают, но все равно бывает обидно. Могли бы достать, например, другие эпики на слияние, таких как Искатель душ и так далее. Еще раз достаем последнюю затяжку звезды рейслинга. Я не могу поверить, уже у меня 8-го слияния и Искатель душ у меня становится 4-го слияния. Я не знаю, это другое ощущение. Я донатил очень много раз на разные наборы, именно персонажам. Я донатил на персонажев, но тут, когда ты достаешь снаряги, то есть эпики, это другое ощущение. И, не знаю, другая радость. Не так, как ты, когда ты покупаешь персонажев, это вообще другие ощущения. И я радуюсь, что мне так часто дают затяжку, последнюю затяжку звезды рейтинга. Мы достали до 9-го слияния. И, если не ошибаюсь, это у нас 9-й набор. И следующий у нас будет последний, то есть 10-й набор. Если сможем достать с следующего набора, то считайте, я выиграл эту жизнь. То есть я потратил всю свою удачу, может быть, если сможем достать. А если не сможем достать, это будет очень обидно, потому что у меня остается последний набор. Сейчас покупаем последний набор и смотрим, повезет ли или нет. Пожалуйста, 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 игра звезды рестлинга. Так, это проклятый кнут 2 раза. И да! Достаем последнюю затяжку звезды рестлинга. У меня становится 10-го слияния, ребят. Я ради этой снаряги покупал 10 наборов, и первый раз в жизни разработчики меня так порадовали. Ну, раз уж мы прокачали наши эпики до нормальных слияний, давайте их протестим в башне Темной Королевы и пройдем наш последний 100-й бой. Против нас Китана, Джаксофон, Мантия, Затяжка, Верь Слизь, Кнут, Дерзкий Наряд, Праздничная маска и гребень. Искатель душ, дерзкий наряд, последняя затяжка и шлем Шаукана. Я хотел давно кое-что протестить, сейчас вам коротко и быстро объясню. Кабал с нас будет снимать оглушение, если что, у него каменные валуны для боулинга, это блокбрейкер для отряда, кресло для усиления, трубка — это украсть у них неуязвимость, когда они будут меняться за счет темной мантии. И шляпа разбойника — это время смены, нам будет давать щит. Проклятый кнут я поставил, темную мантию и последнюю затяжку звезды рестлинга и наручи Куайляна. Знаете почему? За счет последней затяжки звезды рестлинга, если мы пробьем блок, мы получим удачу. А если не пробьем, мы будем их замораживать, когда они будут использовать блоки. Я это очень давно хотел протестить и думаю, сейчас самое время. А Люкан — это у нас саппорт, который не даст нам повесить ослепление боссом. Искатель душ, дерзкий наряд, праздничная маска и красная повязка. Если вы готовы, поехали. Я думаю, одной попытки нам будет достаточно, чтобы пройти этот бой. Сейчас быстренько меняемся. Как видите, колоссальные уроны, ребят. Просто какие крит-удары. Просто сами смотрите. За счет звезды рестлинга. Смотрите просто, что происходит, ребят. Я в шоке. У меня просто нету слов. Я не знаю, что сказать. Смотрите, какие крит-удары. Господи. Затяжка звезды с
последняя затяжка звезды рестлинга и плюс кресло. Это что-то с чем-то. У нее нету шанса. У нее вообще нету шанса. Сейчас еще раз сделаем первый. Давайте посмотрим на крит. Нет, крита нет из-за того, что она была в оглушении и не поставила блок. Извини, Синдел, но не в этот раз. Почти 600к урона с первого спецприема, господи. Кстати, я вспомнил, что я забыл вам показать свои таланты. Давайте сейчас быстренько покажу. Получим нашу награду. Это классик рептилия. У меня становится 8-го слияния. На прощание разработчики так вот порадовали. Давайте тогда быстренько покажу свои таланты. Или я показал? Я уже не помню. Ну, если что, вот так вот. Стойка тигра, точность, опейка линквей, тренировка черного дракона, учение серарю, удар молнии. Далее, защита стойка сокола, броня разбойника, защита центриона, технология, усиление, призрак и учение шенека. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем мира и добра. Всем до скорых встреч. Если вы напишите ваше мнение в комментариях или замечания, или пожелания, мне будет очень приятно.